четкие строгие линии и яркие оттенки. Графичные стрелки – это не только смелый арт-макияж. Создать нежный и летний образ тоже можно, а цветные акценты прибавят настроение. Стрелка является так называемым молодильным яблоком для нашего века. Почему? Потому что диагональ, которую мы выстраиваем в процессе формирования стрелки, она поднимает веко. Поэтому стрелку можно интерпретировать как современный модный макияж для девочек, так и для лифтинг женщин. Для тонких линий особая кисть. С ней можно почувствовать себя настоящим художником. Она не ограничивает свободу и не диктует размер стрелок. Мои рекомендации касаемо кисточки. Кисть должна быть синтетического ворса, она должна быть тоненькая. Если вы планируете создавать такой графичный элемент с имитацией лепестка, то только тонкая художественная кисть. Кстати, графичные стрелки могут подойти практически всем. В этом Лилия уверена на 100%. Главное – правильно выстроить линии под свою форму глаз. Данная интерпретация макияжа является графичной формой. То есть тут полностью линейно выполнен макияж. Если модель опустит глазки, вы увидите, да, что линия орбитальной складки у нас графичная, стрелка у нас графичная. И, соответственно, когда они соединяются, получается очень красивый лепесток. Для целостного и гармоничного образа нейтральный цвет помады. Еще не стоит сочетать одинаковые оттенки на глазах и губах. Добавит увлажнение жидкое стекло. На самом деле жидкое стекло – это универсальный продукт. Он является увлажняющим, увеличивающим губы и на летнее время идеально подойдет девочкам. А вот вечерний вариант графики на глазах. Стоило добавить сатиновые текстуры и один из трендов этого сезона – яркую растушевку нижнего века. На сегодняшний день очень актуально, когда нижнее веко у нас растушевано и достаточно увеличено за счет растушевки тени и полутени. Что мы и сделали в этой вариации? Для чего я сделала этот вариант здесь? Для того, чтобы у меня веко… Даш, подними выше. Чтобы у меня веко за счет нижней линии увеличилось. Потому что у моей модели большой объем подбровной. Сюда не обязательно накладывать какую-то растушевку. В этом макияже все оттенки теплые, но линии не обязательно должны быть строгими. Графичные стрелки можно растушевать. Такой вариант подойдет обладательницам нависшего века. У меня здесь растушевана нижняя линия, уходящая в графику, и растушевана внутрь. То есть это три техники соединены воедино. Эта стрелка подойдет нависшему веку, потому что что происходит, когда нависшее веко? У нас есть внешний уголочек, есть сама стрелка, есть точка, где отпечатывается стрелочка. Да, оно не работает. Поэтому в эту зону вы можете прекрасно поставить тени, разбить их. И, соответственно, когда стрелка будет отпечатываться, уже не будет этой грязи. Если вы давно хотите попробовать что-то необычное, момент самый подходящий. Впереди лето, а это время для экспериментов.